Здрасте, с вами Даня Краснер и команда БНБ. Как вы уже поняли, мы изобретаем паучье чутье. По традиции наша команда изобретает неведомые вещи, чтобы вы посмотрели что-то интересное. Ну а мы и вы тоже вместе с нами повеселились. Погнали! У нас есть вот такая вот штуковина на спину с четырьмя датчиками, батарейный отсек и еще два датчика на пояснице. Соответственно, мозгами всего этого устройства выступает Arduino, Arduino Uno. На ней было проще всего монтировать. Для распознавания объектов за спиной разобьем область на 7 зон по 30 градусов каждая, используя несколько инфракрасных датчиков. Разместим их на спине с угловым смещением в 50 градусов друг относительно друга, а также ограничим зону видимости каждого датчика до примерно 80 градусов с помощью подобранного диаметра отверстия в корпусе датчика. Для уменьшения времени задержки после каждого срабатывания датчика, это 2,5 секунды по умолчанию, мы уменьшим сопротивление РЦ-цепочки в схеме. Таким образом, сократим время задержки для повторного срабатывания в несколько раз, а это нам очень важно. Алгоритм обработки данных представляет собой считывание логических сигналов с датчиков и включение соответствующих зон. Сработал один датчик или пара соседних. Тактильный отклик реализован с помощью вибромоторчиков, расположенных на нагрузке по обхвату груди. Инфракрасные датчики ты можешь встретить, например, в парадных подъездах твоего дома. Чаще всего они используются как раз в системах автоматического освещения, чтобы свет горел не постоянно, а только при наличии человека или кого-нибудь движущегося в помещении. А еще такая логика может применяться в охранных системах. Ультразвуковые датчики применяются во множестве областей техники. Технология регистрации отраженных волн используется как в медицинских аппаратах УЗИ, так и в простом автомобильном парктронике. Все вот эти датчики подключены к Arduino через плату расширения, и выходят они на дискретные входы. Верхние датчики у нас инфракрасные, нижние датчики ультразвуковые. Принцип работы инфракрасных датчиков очень прост. Если у вас инфракрасное излучение, а это излучение от любого теплого предмета, человека, например, или, я не знаю, огня, лазера, что угодно, что выдает нужный спектр излучения. И когда одна из вот этих линзочек фокусирует инфракрасное излучение на пиросенсор, у него есть две части, типа одна от другой отличается, он такой «Оп! Сигнал!» и срочно подает его на саму Arduino. Arduino такая «О, у нас есть сигнал, значит, нам надо завести моторчик». Моторчики у нас расположены тоже по зонам, чтобы кто надел эту штуку, понимал, в каком сегменте сзади у нас расположен предмет, откуда идет движение. Ультразвуковые датчики работают по принципу сближения с каким-то объектом или изменения расстояния. То есть они постоянно пищат, такие посылая звуковые волны в помещение, а также считывая их. Если расстояние до объекта меняется, а все это считается через скорость распространения звука в пространстве, примерно 340 метров в секунду, если расстояние меняется, то есть время, за которое волна облетела и вернулась, меняется, он такой тоже и тоже посылает сигнал на вибромоторчик. Ну что, давайте включать, мне не терпится. Чпынь. Что-то происходит, он завелся. Сейчас минуту он будет калиброваться. И мне, наверное, стоит вообще не двигаться, да? Я выйду, пожалуй, из зоны обнаружения и подождем минутку. О, а уже что-то жужжит, посмотрите-ка. Ха, обнаружает. А верхний? Или обнаруживает, как правильно? Ну-ка, давайте чекнем.
Так, этот у нас не алло, но у нас здесь две больших лампы, которые светят, которые тоже инфракрасное излучение дают, поэтому калибровка могла быть неправильной. Как вы можете заметить, для того, чтобы понимать, и вы тоже могли определить, какой датчик срабатывает и все ли работает правильно, мы установили светодиоды по зонам, которые должны загораться. У-у-у! Так, сработал правый. Левый. А все вместе. Безумие! Ну что, мне не терпится проверить, пойдемте. Вечно мы какую-то шляпу придумаем, а я тестирую. Ну, в этот раз хорошо без баллонов высокого давления. А то что-то в прошлый раз у меня это... Жим-жим-жим-жимыч пришел в гости. Ну, что, карманчик там прям есть. Прям сосков вибрирует. Ну что, первый тест, давайте посмотрим, насколько хорошо она ловит человека и смогу ли я определить, где он, чтобы жахнуть по нему. Попался! Чтобы все было еще честнее, мы потому что проверяем наше устройство в самых суровых обстоятельствах, я надену беруши и еще и наушники. Потому что я слышу шелест, и это немного палит, конечно, где находится человек. Поехали! Ах, вы засранцы, вы совсем близко были. Я один раз тебя понюхал вот здесь. А что ты орешь? Надевай. Ну иди сюда. А что, только на мне все тестить? Да. Ты как хотел. Ровно в ебаник. В коем-то веке мы сделали рабочую. Ну что, переходим к интересностям. Давайте возьмем что-то поопаснее, чем эта безопасная дубинка. Так как датчики у нас инфракрасные, они реагируют на тепло. Поэтому мы заранее решили подогреть овощи всяческие. Даже пару тыквин. Знали, что дыня это тыквина? И они у нас находятся вот в таком вот чане с обогревашкой. Можно жопу туда посадить. Горяченько. О, неплохо. Я прям чувствовал, что она вот где-то под 45. О, за моей спиной! Мне ничего не работает. Далеко где-то? Где-то? О. Сык. Да что там такое? За всех тыкв. Чувствую ведро. Ведро пошло. Да что такое? Где ты там, говнюк?
Я самурай! Сосите все член! Давай! Сука! Ну видели, я перерубил веревку, да? Она же здесь, сука! Все дребезжит, у меня такое ощущение, как у меня стресс. Сволочь. Попалась, я тебя чувствовал заранее. Салат. Давай. Сука. Сука! Не рубит бутылку. Без вариантов. Короче, что я хочу сказать. Устройство работает и работает исправно, но к нему надо привыкать как к новому органу, реально, потому что у тебя сзади происходят какие-то штуки, надо ориентироваться на вибрации типа по спине, понимать, в какой они зоне, но иногда получается, иногда реально срабатывает. То есть я попадаю и четко знаю, где эта штука там тусуется. Да, конечно же, можно все это дело улучшить, если прикрутить сюда компьютерное зрение, уменьшить задержку и разбить зоны более четко. Но не в этот раз! Поэтому всем спасибо за просмотр, спасибо за ваш лайк под этим видео. Мы стараемся делать интересные проекты каждый раз. Также не пропустите, что мы для вас выкладываем в сообществе ВКонтакте, на сервисе Boosty, на телеграм-канале Злой Крастер и втором канале Дикий Крастер. Все, большое вам спасибо. Я навеселился, если честно. В следующий раз мы тоже кое-что клевое сделаем и тоже практически из игры. Подписывайся, не пропусти. Я ниндзя! Кто-нибудь салат будет?